Режим чрезвычайного положения может быть продлен еще на 3 месяца, заявил президент Франции Олланд на экстренном съезде обеих палат парламента, который прошел в Версале. В среду законопроект внесут на рассмотрение Нацсобрания. Теракты в Париже, по словам главы государства, готовились за границей. И сейчас в столице Объединенной Европы, Брюсселе, идут обыски, аресты и звучат взрывы. Все детали антитеррористической операции в репортаже Дмитрия Сушина. Чрезвычайное совместное заседание обеих палат французского парламента началось с пения Марсельезы. Депутаты и президент уверены, патриотический пафос сейчас не лишний. Франсуа Олланд заявил, что терроризм объявил Франции войну, и его страна принимает вызов. Террористы уверены, что после всего, что с нами произошло, мы будем объяты ужасом. Но это не так. Террор не уничтожил Францию, это Франция его уничтожит. Мы будем продолжать наносить удары по позициям ИГИЛ в Сирии, а для защиты своей территории правительство создает дополнительные рабочие места в армии и полиции. Олланд заявил, что в ближайшие дни встретится с президентами России и США, чтобы обсудить совместные действия по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». Лидер Франции призвал депутатов еще на 3 месяца продлить в стране чрезвычайное положение. Тем временем в западной части Брюсселя в районе Моленбек прозвучал взрыв, вызвавший панику в соседних кварталах. Вероятнее всего, это был взрыв-пакет. Иногда полиция использует их, чтобы разогнать зевак. В бельгийской столице сейчас завершается масштабная спецоперация. Несколько часов назад появились сообщения о том, что силам правопорядка удалось задержать одного из бежавших из Парижа террористов – Салаха Абдельсалама. Его якобы задержали у себя дома. Сообщалось даже, что спецназу пришлось применить парализующий газ. Позже новость об аресте бельгийские власти стали опровергать. Бельгийцы координируют свои действия с французами. За минувшую ночь проведено 168 обысков, задержано 23 человека. У них изъято более 30 единиц оружия. Расследование терактов, которые произошли в Париже вечером в пятницу, продвигается быстро при полной поддержке коллег из спецслужб наших европейских партнеров. Сегодня власти назвали одного из террористов-смертников, подорвавших себя и зрителей в концертном зале «Батаклан». Это был 28-летний француз арабского происхождения. Сами Амимур родился и вырос всего в получасе езды от центра Парижа, в городке Бобиньи. На его восточной окраине в иммигрантском квартале небольшая однокомнатная квартира. На 3-м этаже дома. В нем получают муниципальное жилье малоимущие семьи. Здесь находится квартира Сами. Сейчас она опечатана французской полицией. Квартира номер 330. В настоящий момент агенты полиции допрашивают по крайней мере 5 ближайших друзей и родственников террориста-смертника. Это тот самый район Парижа, точнее пригорода Парижа, где 10 лет тому назад происходили ожесточенные столкновения полиции с радикально настроенной молодежью. Его соседи неохотно говорят на камеру. В последнее время Сами здесь не видели. Каким он был? Тихий, улыбчивый, неплохо учился в школе, иногда ходил в мечеть. Мало кто предполагал, что скромный парень стал религиозным фанатиком. Да преступник он, убийца. О чем еще тут говорить? У этих людей явно с головой и совестью не в порядке, чтобы вот так хладнокровно взрывать людей. Оказывается, полиция давно за ним следила. 3 года назад его даже допросили, но почему-то отпустили. По последним данным, парижанин недавно воевал в Сирии под знаменами запрещенной в России организации «Исламское государство». Тем временем службы безопасности обыскивают квартиры и в других парижских предместьях. Машину исполнителей парижских терактов обнаружили здесь, на боковой улочке парижского пригорода Монтрё. До сих пор разбитые стекла на тротуаре. Французские журналисты говорят, что адрес этот не случайный. В этом здании до последнего времени находилась мечеть. В ней проповедовал имам, которого французские власти совсем недавно выдворили из страны за распространение радикальных исламистских взглядов. Полиция пока не может подтвердить, что черный Сиат с автоматами и взрывчаткой был брошен здесь из-за того, что его пассажиры тут когда-то жили. В Монтрё большая община выходцев с Ближнего Востока. Здесь у террористов могли быть конспиративные квартиры. Это и больно, и страшно. Я живу за углом и видела, как полиция вечером увозила эту машину. Это шок для нас, для всех. Мы не можем поверить, что кто-то из наших соседей террорист. Ведь мы тоже могли стать его жертвами. На данный момент французские власти опознали пока крайней мере 5 террористов-смертников. Один из них, он привел в действие взрывное устройство возле стадиона Стад де Франс, тоже гражданин Франции. На окраине Лиона, по данным агентства Франс-Пресс, задержали 5 мужчин. У них найдены бронежилеты, автоматы и даже гранатомет. Полиция устанавливает их связь с террористами. С каждым часом выехать из Франции становится все сложнее. Les contrôles à nos frontières
Контроль на наших границах восстановлен. Эти проверки должны быть, конечно, настолько эффективны, насколько это возможно. Идут проверки, полиция проводит рейды. Только за эту ночь было проведено 150 рейдов. И они продолжатся на границе и по всей стране. В последние часы журналисты называют имя человека, который, возможно, является организатором бойни в Париже. Это выходец из Марокко Абдельхамид Аба Ауд. Исполнители теракта якобы не раз с ним связывались. Это имя уже фигурировало после расстрела в редакции парижского журнала. Шарли Эбдо. Сотовый телефон Аба Ауда запеленговали в Греции. И сегодня же стало известно, что 2 года тому назад другой подозреваемый посетил Турцию. Об этом официально сообщили в Анкаре. Турецкие власти дважды в декабре 2014 и в июне этого года обращались к французским властям по поводу этого человека. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Христина Иванова, Первый канал, Париж, Брюссель.